Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серджо и... Джейкобс, больной Джейкобс, всем привет, ребят. Да, всем привет, он вернулся, вы спрашивали, где он? Вот он, вот он. Вы просили, чтобы мы с ним поиграли, вот мы здесь поиграли. Я знаю, что вы не просили, но мы играем. Ну да. Слушай, я так технично ушел из кадра, когда ты снимать пытался нас двоих, и просто прям ушел. Ну, это нормально. Ну, я камеру поменял, ничего страшного. Так, смотрите, у нас, в принципе, все аналогично, как когда-то было давным-давно в Древней Руси, когда убили Рюрика. В общем, мы нахерачили сюда лаки-блоков, и мы будем сейчас проходить. Мы, значит, должны все их будем сломать, все до единого. Нас будет двое, поэтому мы будем делать это, думаю, быстрее, нежели я буду делать это один. Пока, щет, оу, щет, майдер. Я вообще первый раз этой херней занимаюсь, поэтому сейчас посмотрим, что из этого получится. Да, кстати, он, он вообще делает это первый раз. Сейчас он, я буду просто наблюдать, как он себя ведет, здорово. Слушай, ну, предоставляю тебе право сломать первый, мать твою, блок. Да, сейчас давай. Все будет. Ну-ка, давай посмотрим. Я думаю, тебе сейчас счастливый выпадет, потому что... Думаешь? Да, думаю, тут все, блядь, все счастливые. Знаешь, ты сливаешься у меня с этим, ты зеленый. Беги, мать твою! Они не разносятся, да? Не, они не разносятся. То есть, чтобы их все сломать, да. Но это был несчастливый, я так. Ну, как бы да. Слушай, ну раз ты выжил. А я как-то два сломал нечаянно. Я не знал, что они так легко ломаются. Да, потому что у тебя кирка. А, блин. О, щит майдер! Ой. Что делал? Нет, у меня была алмазная броня. А я могу? Нет. Могу тебе помочь сломать эту штуку? Блин. Твою мать. Ой, я в воде, слышишь, какого? Ладно. Где, насколько ты далеко? А, я застрял. Да вот, все здесь. Ты где? Ты здесь? Все, я живой. Не пасть. Мои кирки. Так, сейчас я подберу. Что тут написано? Lock up. Окей, классно мне это написали. Хорошо. Так, а надо наоборот их прям так быстро ломать, как ты? Или как правильно? Ну как хочешь, ломай. Сейчас я тут. Что я сделал? Что произошло? Что ты сделал? Смотри, мне какую-то эту херню поместили. Тут еще 4 блока добавили. Ломай. О. Стол зачарования, интересно, зачем он мне? Слушай, а я тут подобрал, классно. Меч. Вот цветок, тебе нужен цветок? Подожди. Цветок? Нет, он мне не нужен. А мне нужен. Вот тут, конечно, когда вот так ломаешь, все, мой здоровый салют! Беги, мать твою! Серж упал с высокого места, да какой? Я видел, как ты летел. Круто, да, здорово? Улети твою. Вообще, просто садомия. Да. И опять ты откуда-то появился. Он появился из прекрасного далека. Ты еще ни разу не сдох, что ли? Нет. Охереть, ущет Майден. Вообще, у меня с первого взрыва спасла моя броня. Но потом ничего она не спасла. Шалава немецкая. Какая-то курица. О, слушай, а мне еда заканчивается. Ну ладно. Да ты сдохнуть как бы должен по плану. Ты живучий. Пошел он. А я могу его завалить, слушай? Да, я не знаю. Я, кстати, никогда его вроде не валил. Смотрите, какой жирный. Он еда, кстати, а ты прыгаешь. Как я. Ты тоже жирный, да, ты же ублюдок толстый, толстожок. Подожди, он идет за мной, что в смысле? Беги. Смотри, беги. А сможешь ударить? О, ведьма! Ух ты, сколько летучих мышей, это же Бэтмен. Бэтмен, куча маленьких Бэтменов, да, залазить? Вообще охеренно. От них какой-то блевотный говно исходит. Да, это ведьма, ее надо загасить. Попробуй. Зачарованный Лаки Чиплет. Лаки Чет Степлейт. А ты ведьму загаси, говоришь? Да, ее надо загасить, она гнида. Мочи, красава, она. Все, не нормально. Оп, ух ты, зелье какое-то. Сейчас посмотрю, что за зелье. Ну ладно, пусть этот пацан тут ходит, я так. Ускорение, сила, я офигеть, садомник сейчас буду, смотри. Смотри, меня не видно, да? Смотри. Да, у тебя только вот броню видно. Охереть, да? О, давай, стой. Well, there is your problem. Что? А-а-а, качи, болтают. Смотри, сейчас пластинку поставим, послушаем музыку. Все будет по факту. Я умер. Как? В смысле? Я был убит Джайант. Да ладно, он тебя свалил? Ах ты козел! Ура! Ты смотри, двое. Да, и двое. Вы че, козлы? Пошли вон. Да, дядь, там мой рез отца перерез. Господи, как давно не произошло слово перерез. Че за музыка? Это же вот этот демон. Сашилка, да? Лицо дракона. Пошли, мы давно Сашилки, да, не снимать? Да, да я вообще в этой игре не понимаю, как разбить. Ну так, чтобы что-то делать и снимать даже. Охереть, ну музыка, да. Я резко что-то по своей проезд сам. Так, сейчас главное их не ударить. А, они все равно мирные. Да не, ну попробуй ударь. Да не, они ничего не сделают. Видишь, а ты эти говорят. Так. Охереть, музыка страшная. А что за... Что происходит? Я не знаю. Что было? У тебя яйцо дракона. Откуда яйцо дракона?
Вот тут лежал. Охереть, Стафё, сейчас дракон появится. Стафё, у меня с дракон появится. Как-то лава... О, они жрут пса, смотри, они... Ой, это... Слушай, меня убивает второй раз вот этот большой зомби. Да, блин. Он, короче, убивает, кажется, когда ты ему под ноги попадаешь. Да, он так обычно не трогает. Он мирный хер. Ну еще бы, руками он до тебя не доставит, а обычно он бьет руками и ногами. А тут тебя просто давит. Тут твоя броня есть. Я проебал лицо дракон. Мне надо сейчас куда-то материться, да? Да. Ого! Прикольно. Здорово, да, вообще? Блин, салютики, я помню, как Санёк делал, ты помнишь? Санёк делал? Да, помню. Валенок-то ёбан. Валенок-то наш знаменитый, да, который... Тревор-то был. В двух сериях был, Тревор, да. С GTA 5. Ой, ё, чё было? Я чё-то взорвался. Ну, мне броня спасла. Мне броня спасла. А ты сдох. О, яичко дракон. Ща поставлю. Дракона. Зачем ты оторвал дракону яичко? Щёлкнул по яичко. Чё происходит? Блин, я его смотрю. В смысле? Где я? Чё происходит? Чё такое? А, ты там! Стой, живи, стой! Ты главное держись! Я выберусь. Пацаны ты... не такого выбирали. Так, ты не выберешься, я знаю. Ну сейчас. В смысле не выберусь? Сейчас все будет. Сейчас, держись! Не ломается, ни черта. Не ломается! В смысле не выберусь? Подожди. Нет, это хрень. Сейчас, подожди, держись. Сейчас я сломаю. Сейчас. Ты только держись, братук. Только держи. Все, выплывай! Где? Вот, сука, тут еще один блок надо. Нет! Я спасу тебя жить! Погоди! Нет, какого нет? Я умер. Жалко, что я такой деструктивный, приходится каждый на видео. Ну, это самое нормальное. Блин, я почти... Вот, это вот в этой штуке я был заперт. Да, я вот все, ты бы почти выбрался. Сундук, что здесь? Сундук мердеца. Железный конский. Хочешь бронюшку? Броню? Ну да. Давай, ненадолго, но можно. А тут я полно видел, как броня валяется. Вот. Вот это я модный теперь. Что до хера тут брать? Динамит? Есть у меня одна идейка. Я до сих пор не видим. Да, сейчас. Что-то я вас. Ока, смотри, ока и бомжа. Че происходит? Смотри, видел? Че? О, Глодстоун! О, алмазы! Смотри, два ока летают, здорово, да? Подожди. Все, они уже не летают, они. Да просто я тут это самое жду одного этого маленького чуда. Надеюсь, на искорку из лавы это самое. У тебя нет где-нибудь зажигалки? Зажигалки? Да. Ты как бы бомжа можно спросить сизого. А? Или тут не горят, или тут не загорается от лавы. А я не знаю. А, ты это динамит? Да. Я думал, может быть, получится рвануть. А я не знаю. Жемчуг эндер надо. Ой, блин. А вот я нашел мусорку. Место. Псы! Псы, чё бегают. Смотри, классно, да я могу как сундук Дэви Джонс прыгать. О. Сундук Дэви что? Значит, это самое. Ух ты, айда в портал вас сделать. Нет! Как тебя достать? Топор, пацаны. Я не знаю, спаси мне жизнь. Как? Может, алмаз, можешь, алмаз. Подломать? Нет, ты не сможешь. Как твою мать сломать? А что за штука, блин? Сейчас, мне достаточно одну хрень сломать. Знаешь, в воде труднее ломать. Мне главное не сбить режим. Я должен выбраться. Сейчас. Сожми там кулачки. А, стой. А я не могу. Я это самое. Я не умираю. У меня, как бы, я хрень эту выпил зелье. Вообще бессмертный какой-то стал. А что это за материал? Дерево или что? Я сам не могу понять. Если бы была коренная порода, мы вообще не сломали. Я буду ломать лаки-булки, чтобы не попалась кирка. Сейчас выберусь. Я буду ломать лаки-булки, чтобы не попалась кирка. А, блин, здесь жирный опять. О, я выбрался, братья! Народ! Выбрался? Как ты выбрался? Ща, сломал там. О, круто, да? А вон ты как-то, за счет блоков, точно, гениально. Да, давай. Ух ты, луна, да, какая, смотри, красиво отражается. Красивый Майнкрафт, где это видно? О, кстати, я запер этого жирного. Беги, браток! Это что за хуй? Да, их много, их беги, брат! Только вниз не упасть. Да. Давай, бьемся. Бьемся? Ай, беги, пеш, сломаем пеш, еще! Пеш. Что происходит? Крюкля! Что происходит? Коты! Крюкля, вон ты, беги, брат! Беги! Блин, я был офигенно зачарован здесь. Тебя висанули. Да, и где? Я под водой. Так, я должен убраться. Там брать. Охереть они быстрее. Это, кажется, пещерный паутин. Слушай, надо поставить день. Я всегда с ними так справляюсь. Я тут больше не убраться. Ай. Я должен... Специально, видимо, этих блоков ночью на этих тварей не понял. Только пауки продолжают плыть. Так. А мне, знаешь, у меня такое зелье, у меня столько всего было. Я вообще бессмертный был. Бен Ладен, ступай, щит маги! Бен Ладен! Почему, когда видел крипера, мне захотелось сказать, что Бен Ладен?
Ну, по-моему, все логично, на самом деле. Блин, слушай, нам долго еще хламать, слушай, да. Сейчас же день, ну отстаньте, тварь. Почему псы не заступаются за нас? Потому что они шлюхи. А, это крупный. У меня есть стержень фрита. Первый. Ай! Что происходит? Твою мать! Охереть, садоба здесь. Псы. Бейте! Бейтесь! У меня есть огонь, огонек. Да, да вы достали! А крюклям ты сидит похер на все, по-моему. Крюкли? О, как кшаки, тут всякие. Да, псы, кшаки, чё только нет. Да, псы что тут плавят, горят. Вакханали. Садоме. Да, нам еще вот эту хрень, Суслан, мы что-то не ломаем, нам... О, губка, смотри, сейчас что-то читкачек будет. Читкачек? Чё ты хочешь? Я поставил губку, я думал, вода исчезнет. Но. Гитлер Айхенштейна. Так, я какие-то зелья нашел. Так, Иди, мать твою, что происходит? Кони. А, да иди ты, псина. Нет! Пошел он! Так, быстрее. Кони, живут они на районе. Что происходит? Слайм? Что такое слайм? А ты посмотри. Слушай, нам все труднее сломать там все. Охренеть, садок. Нам надо даже не прорваться теперь. Ай-яй-яй. Давай, взрывайся, крипер, блин. Ой. Охереть. В смысле он идет? Барашек, спаси, барашек, брат. Барашек, брат. Все, ну вообще, я вообще не знаю, как он должен попасть. Броня есть, все, что. Сейчас он упадет сюда, я думаю, до тебя. Ну, сволочи! На! Пустил я лаву, проярела. Ай. Так. Охренеть. Нам как-то нужно сломать это все. Что-то мы, слушай, мы, кажется, в одну серию здесь не ложим, чтобы это. Ну, мысли. А, он плывет быстрее меня. А, опа, ой-ой-ой, а тут что происходит, что происходит? Вау, вот это мне везет. Нет, стоять, стопэ, сволочи. Сейчас, все, выбрался, видели? Я выбрался. Это сам, а? Ты что там делаешь? Я выбрался из лавы, прикинь, когда там зажимает. А, это уже который раз тут выбираешь. Я вообще охереть, меня просто спасает броня там вся и прочая хрень. Зелье всякие. Ну да, ну нет, мне сейчас зелье, кстати, нет. Я где? Что? Что происходит? Кто я? Я не знаю, что творится вообще. Кто тортик? Тортик ложь! Не верь, тортик! Я взорвался. Что происходит? Я просто сломаю. Охренеть! Садоме. Просто! Не сломать. Да! Охренеть! Сейчас комп умрет! Охренеть! Сундук? Что здесь? А, нельзя открыть. Надо... Сейчас. Не достаю. Зараза. Тут все потемнело. Темнело? Твою мать! Опять ты выбил их. Все, нас. Это резко ночь сама, что ли, типа настала? Там эти кучи всяких этих уборков появляются. Слепота, прыгучий. Что такое? Охренеть. Спро, меня просто как-то на районе толкнули. Да охренеть. Кого я бью? Охренеть, что происходит. Да пошли его в задницу. Смотри. Черт, броня. Я должен допрыгнуть! Опа, допрыгнул! Чётко! Я вообще подканчиваю. Мать моя жена! Охренеть! Я вообще не понимаю, тут что творится-то. Тут вообще просто жопа какая-то. Просто как какой-то... Да иди ты! А, пёс, прости. Петя жир будет. Идите, смотри. О, здесь куча всяких всячин. Вот, когда в броне, и жить проще. Ой-ой-ой, чуть не упал, не болел. А чё происходит? Чё-то происходит. Чё опять что-то? Видите, какие цыплят, курицы. Охренеть, сам. Горит, охренеть. А вот он горит. Ё! Что происходит? Он чё-то горит-то. Круто, здорово, садай на канале. Гори, козёл. Вишинг вилл? О, салютик, где? Вау! Вообще, пушканчик. Круто. Пушканчик, в смысле я застрял где-то? Я громко, он не сгорел. Блин, скот. Так, ну надо тропинку проложить, это не варик, кстати, так бегает. Ты чё, бит? Мазлопака, мать.
Ну, вообще, короче. Я думал, мало будет блок. О, опять этот скотинь блок, блин, надоел. Нет. Он надоел, ну серьезно. Да пошли вы, шлюхи. Вон. Ты хочешь? На, козлы. Ага. О, большой, большой, большой. Пошел, пошел. А можно, чтобы большие зомби загорелись, короче? Да, можно. Можно. Пес, за мной. Слушай, мы вообще как туда добраться-то? Нам так надо. Я даже не знаю, ты уже все разбит. Да, разбит. Вот эти вот пещерные пауки, это те, кто всегда меня бесили в Майнкрафте. Ага. Когда добываешь, они просто тебе покоя не дают, эти мрази. Шлюхи как какие-то. Кстати, да ёб твою мать, да вы издеваетесь. Мне этот блок уже в кишках сидит. Как ему достать? Лучше орачивай, да, посмотрите. Смысл ты на меня лезешь. Как охренеть. Я застрял, труп, я застрял, мне даже это спасет сейчас. Охереть, ты потом посмотришь, я потом все еще у тебя. Просто садом. Ой-ой-ой-ой, я за сторону. Кис, помоги, по-братски. Да, ну, че ничего не ломает? Че происходит? Иди, сами. Все, смерть. Я умираю, все. Я что-то сломать даже ничего не могу. Все, конец. Я смотрю, как горит большой зомби. На, скажи. Ай. Охренеть. Звуки просто такие убийственные. Да, всех просто. Охренеть. Ну, это какая-то невероятная садовка. Сейчас. У меня есть идея, понимаешь? Я родился гигант. Да, хотел тропинку сделать, тоже хотел. Да. Мне все лень было ломать это говно. Давай вместе там поломаем вместе в игре. Так. Ай. Я только думаю, что если мы сейчас какой-нибудь лаки блок опять откроем, в кавычках удачный, то наш, так сказать, тропинка сразу распадет. Да, наш счастливый. Блин, мне жалко песик, который там стреляет. Это пойда. А, ух ты, я не упал, круто. Я опять в логове, я опять ломаюсь. Блин, ща, выберусь! Нет, нет! Сука. Сука, лава! Да пошла ты! Так. Да ломай! Лаву, да опять я сквозь текстуры хожу, этот я маг терапия. Вот это ты вообще маг, смотри, я ломаю просто, только, пожалуйста, не попадайте себе. О, где, что происходит? О, мне везет. Зависи, парни. О, вот это у меня броня, прикинь. Что за броня? Там лаки, везде половину лаки, блин. Лаки бокс, там супер стойкость. Супер. Чё это за яйцо? Ой-ой-ой. Зачем я поставил эти яйца? У меня же свои есть. Так. Ой, нет, я выберусь! А, со мной сдохнешь, гнида! Ааа, моя броня ушла в ебеня. Будь слизи здесь. Слушай, у нас миссия почти выполнена. Да-да-да, меня пытается растоптать жирная тварь, и бьет какой-то паук, по-моему, и меня просто отравился. Ай, а меня бьет этот слизень жирный. Да, вот он бесит. Ааа! Блин, он дамажит охеры, да? Прям это вообще жирный. Да, Е100 со стакой пушки. Так. О, око эндера. Так. Я не знаю, что это жирный тварь. Да, тут видишь, смотри, справа у тебя еще, вот сзади, еще один в воде. Вот, сзади. Да вообще жирный, мощеный. Я его туда увел, и он там спрятался. Ну и классно. Этот жирный всю вообще малину порт. Ага, горишь. Главное, мочи, красава. Он меня не тронет, он будет гореть. Пёс такой Я вот проблема в том, что не знаю, как забраться. Ай, меня все время кто-то бьёт. Ну что ж такое, я же не на районе. Скорее кто-то бьёт. Да, шалавы вьетнамцы. Скинвал твой дом, блин. Да. Начало. Ну, в смысле. Ломали. Я отбьюсь просто. Ты там как, ломаешь еще? Последний спартанец. Ну как, да, ломаю себе кости. У меня уж лагает. Ёб, меня зависит. Что это какие-то ники показывают? Мистер Рейнбоу. Почему у меня барашки с именами? Чё у меня псы-то едят? Вы чё, шлюхи? Я вас породил! Охренеть. Я вас и убью. А, я понял, почему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то я хотел сказать, это что? Например, то, что надо ломать блоки. Я не знаю, как их ломать, потому что надо вниз упасть. Здесь паук вот поджидал. Поджидал паук.
блядь, мне бы какие-нибудь ресурсы, чтобы туда добраться. Они пасут просто, огромный зомби пасет. Нас все пасут. Ух ты, смотри, даже написали, что я убегаю от спайдера и упал в лапу. Все равно упал в лапу, убегаю от спайдера. Бутит, побору. Вот это, ой, меня включил. Я не горел, видите, я не горел. Псы там горят, я слышу. Я не знаю, как ломать тебе, я слышу. Мать. Я тоже не знаю. О-о-о. Наверное, на записи мой голос это просто ужасно. Нормально, блядь. Это охренеть, что здесь происходит. Я уже не знаю, датчик дневного света. Что, что происходит? Ай, нет. Мне зажали вообще. Я уже здоров. Без головой. А, мать моя женщина, Китай. А может, тут маленький всех сейчас раскидает, разобьет? Да, вот тоже класс. Нет, это разбило только землю. Тебе туда вообще не подобраться. Оооо, садомия. Это охренеть. Уж у нас буквально пара блоков осталось. Может, как-то их самой все-таки можно? Да, надо как-то их уж добить. А вот смотри, динамит нам тут немного поразносил всего. Давай пособираем. Пособираем. Да-да-да, я тоже собрал. Можно будет, значит, это что взять. Да, я тоже так делаю. Здесь жирная паука, паучанская рожа меня не убила. Сейчас, вот задача просто допрыгнуть. Ха-а-а! Е-бэйби! Да ёб твою, Боб! Боб! И... У нас теперь новая преграда, Боб. Ты не знаешь, что это был? Кто такой Боб? Это пиздец. Боб это... Я вырежу это и сделаю отдельное видео, бля. Боб это пиздец. Да что ты так, Боб, а? Ну вообще я называю его Боб Марли. На самом деле он постоянно хочет нас убить и все время какой-то накуренный. Да шучу, это просто Боб в броне с мечом, который бьет тебя постоянно. И ему плевать на все, что у него на пути стоит. Он просто должен всех убить. Я называю его... А его сложно убить? А его, ну как бы надо еще постараться. Да, его. Такой Боб, знаешь, Боб, районный Боб. О, районный Боб. Я такой почему-то подумал про, знаешь, Боб, бобы, знаешь. Какао-бобы, какао, районный какао-боб. Слушай, а что, мы все сломали, что ли? Нет, нет, там я вижу буквально еще, или, а, ты только что, кажется, мы сломали. Я же сломал, блядь, все. Блядь, сука. Я вроде все сломал. Мы все сломали, вон он, Боб, гнибет. А, вон, в алмазной броне? Да. А это кто, зомби или что это? Ну, это как бы Боб. Блядь. Не знаю, кто это. Да-да, зомби. Зомби, ну, чувак. Только мощный какой-то, да? Ну, такой, повсеннее, да, чем обычно. Он просто будет... Помнишь, Херабрин, мод Херабрин? Да, да, он скажет. Зомби, блядь, гнибет. Зомби, да, такой, просто бежит. Сейчас я еще с этой стороны оплыву, неужели мы серьезно сейчас? Мы все сломали, слушай. Я больше не вижу, может быть это внизу под землей где-то. Ну а что там с одной стороны, да? Под землей-то. Охренеть, всё! Вот я вижу, привет, Боб, надо поздороваться с Бобом. Да, Боб. Во, класс! Да, он реально быстрее, чем остальные. Да, он мощный. Боб. Так, слушай, ну что, надо завершение записать. Сказать, что мы все сломали, вон я ставлю. Ну да, слушай, мы выполнили миссию. Было немного, но мы вроде все сломали это самое. Да, мы все сломали, пережили, все четко. Прошло у нас. Значит что, надо попрощаться с теми, кто нас смотрел? Главное, чтобы Боб сюда, сука, не пришел. Ладно. Придет, значит, так же уйдет. Дал Бог взял. Не уйдет, мы уйдем, блин. Ну что, дорогие друзья, мы сделали эпичную серию, где нас ждали куча всяких приключений. И все вышло очень здорово, я считаю. Мы поставили задачу, мы выполнили эту задачу. И все получилось, думаю, очень здорово. Классно. А, чё за хуйня? Если я вам... Я защищаю от Боба. Блин, я захочу интересы. Возьми трав. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайки, мы будем пускать еще такие. Ставьте лавки. Лавки ставьте. Лавки. Лавки. Всем... Да. Всем пока, друзья. Всем пока.